Современное перевооружение. Городская больница номер 6 Твери получила новое диагностическое оборудование. Теперь у жителей Верхневолжья появилась возможность получить еще более качественное медицинское обследование и выявить некоторые болезни на ранней стадии. Так, цифровой маммограф уже установлен и введен в эксплуатацию. Предыдущий пленочный аппарат отслужил свой срок и подлежал замене. Новый маммограф начал активно работать с января этого года. Аппаратура позволяет значительно улучшить качество проводимых исследований и повысить выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Я могу увидеть мельчайшие изменения, которые происходят в теле человека, конкретно в молочной железе, заблаговременно, то есть за долгое время я могу увидеть на цифровике это изменение и помочь уже человеку. То на аналоге, на пленке я увижу намного меньше. Я могу тоже осмотреть, что я делаю, как я делаю. Могу увеличить любое изображение, которое мне нужно. Параллельно с этим поступил и новый рентгеновский аппарат для травматологического отделения. Помимо этого, в помещении был сделан ремонт. Оборудование позволяет получать снимки сверхвысокого разрешения, увеличивать изображение в десятки раз и ставить точный диагноз даже в тех случаях, в которых раньше появление патологии можно было не заметить. И доза облучения, которую получает пациент благодаря новым технологиям, снизилась в несколько раз. Самое главное, что очень волнует наших пациентов, но в принципе это и для медицинского персонала важным является, это низкое радиационное излучение. То есть лучевая нагрузка цифрового аппарата в 9-10 раз меньше, чем аналогового, что снижает потенциальный вред лучевой нагрузки для пролиферирующих тканей и организма человека. Еще один из существенных плюсов перехода на такую аппаратуру – это экономия на расходных материалах. Отпадает необходимость закупки пленки и проявочных реактивов. Более того, теперь вся информация о болезни хранится на сервере медицинского учреждения. А сами снимки при необходимости можно отправить электронной почтой в другие медицинские учреждения без потери качества. Появился и новый аппарат УЗИ, который уже вовсю работает. Аппарат экспертного класса с очень хорошей качественной картинкой. Диагностика такая точная, здесь эргономичный дизайн, пациенту очень удобно и очень удобно работать врачу. Поэтому более точная и качественная диагностика проходит при этом оборудовании и, естественно, дальнейшее лечение пациента. В планах на этот год усиление материально-технической базы, очередная поставка оборудования и проведение капитального ремонта. Также в ближайшее время в больницу должен поступить новый томограф. Более мощный 64-срезный, который позволит снимать более четкие снимки и появится возможность более точной диагностики как при остром нарушении мозгового кровообращения, так и при кардиологических заболеваниях. Мы планируем в этом году поставить на капитальный ремонт детскую поликлинику на площади Гагарина. Вот, соответственно, и сейчас готовится, в этом году уже будет готовы документы по ремонту первой поликлиники на улице Орджоникидзе. В 2020 году в Тверской области реализуется национальный проект здравоохранения. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национального проекта. Приоритетное направление – повышение качества и развития высокотехнологичной медицинской помощи.